Под занавес первой смены подростки из трудового отряда навели порядок у озера в поселке Путерем района Карачаева. Это излюбленное место рыболовов и просто отдыхающих. Но, к сожалению, ежегодно здесь появляются горы мусора. Вот и на этот раз уборка территории потребовала от участников экологического патруля трудового энтузиазма. Оценить его смогла наша съемочная группа. Подростки облачаются в специальные майки и бейсболки и отправляются наводить порядок там, где взрослые насорили банки, бутылки, мешки с продуктовыми отходами. Все это традиционно приходится собирать участникам экологического патруля. Ежегодно мы убираемся в данных территориях, ежегодно пытаемся как-то очистить наш лес, сделать его намного лучше, но жители поселка или отдыхающие этого не понимают, и все равно каждый год мусорят. Но это есть наша обязанность, поэтому мы должны это делать. Живописный участок у озера в районе поселка Путерем – излюбленное место для рыбалки и отдыха. Здесь традиционно собирают десятки мешков с мусором. Правда, сознательность отдыхающих все же растет. В этом году мусор не разбросан по всему лесу, как бывало ранее, а аккуратно сложен в бочку и в импровизированную яму. Борцы за чистоту собирают все в мешки и вывозят из леса, отлично понимая, что такое соседство вредит экологии. Из-за того, что они выкидывают мусор, в экологию может в почву вся вот эта вот грязь проходить, и природа может из этого исчезнуть. То есть, если будет очень грязно, то уйдут все звери, животные, насекомые, птицы, и лес просто погибнет. Организаторами экологических десантов выступает районная администрация и местное самоуправление. Для поднятия боевого духа и сплочения ребят специальная форма с лейблом экологического патруля. Но, к сожалению, ценить труд этих подростков пока научились не все. Я надеюсь, вот такие акции, в первую очередь, для детей полезны. Они видят, что человек делает с природой. Надеюсь, они сами уже мусорить не будут, будут рассказывать своим друзьям. Это очень полезно и показательно своими руками очистить. И я думаю, что они будут сюда приезжать, будут гордиться, рассказывать, что вот мы тут навели порядок и, пожалуйста, не мусорите. За час небольшим подростки собрали несколько десятков мешков мусора. В благодарность за активную работу и большое дело организаторы устроили ребятам маленькую фотосессию, после чего все дружно загрузили собранный мусор в кузов машины и благополучно отправили на свалку. Владислав Сельдинов, Татьяна Стафеева, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».